приготовиться. Хантер 2-1. Голиаф 1 засек патруль на юго-востоке от вас. Прием. Хантер 2-1. Это Оверлорд. Рекомендуем включить тепловизоры. Прием. Четверть пути позади. Так держать. Норм. Поехали, улов. Сейчас поведем. Когда этот герой-то выйдет? Не знаю, где его следующий патч. Я проиграл. Да там они это. Предметы не показали, которые можешь крафтить. Я знаю, что за баф. Я уже загуглил. Что там? Короче, улучшает все предметы, такие как шапка. Финтеч, Тринька, Санфайр, какой-то саппорт, успех там горнило. Еще какой-то один привет, там все немного. И всех стоимость увеличивается на 1000, и все, что они меняют, это добавляет дополнительно АП или АД или защиты, зависимо что да. То есть Санфайр вместо там 45 брони и 350 хп будет давать 600 хп и 90 брони. Финтеч 100 урона, а не 50 или 70. Там шапка вместо 120-155, по-моему. А в чем смысл? Ну добавляет она цену и чё? Добавляешь цену и получаешь бонусный урон. Или защиту. Ну, то есть ситуация будет, вот и все. То есть он никак уникально его не реворкает, его пассивки не трогает этого айтема. Не знаю, как это. Странно. Еще пока не рассказали все равно. Уже на бета-тесте люди играют за него. Видос надо посмотреть какие-нибудь. Ну, загугли. Ты ничего он не делает с предметами, кроме урона, их не увеличит. В чем прикол тогда? Никакого прикола нет. Будешь в 6 слотах, можешь усилить свои предметы. А тиммейтам как усилять? Ну, они подходят к тебе и открывать тебе предметчик. Тупуют там это. Хантер
Тандер-2-1, внимание, противник у Бургертауна на юге, прием. Тандер-2-1, это Оверлорд. Рекомендуем включить тепловизоры, прием. Четверть пути позади, так держать. Сообщает о вертолете противника, идущем в ваш район. Прием. Кантер-2-1. Это Оверлорд. Северо от вас замечено большое скопление сил противника. Прием. Кантер-2-1. Это Оверлорд. Рекомендуем включить тепловизоры. Прием. Кантер-2-1. Голиаф-1 сообщает о вертолете противника, идущем в ваш район. Прием. Вы прошли четверть пути. Не останавливаться. Отлично, минус одна вертушка.